Всем привет, ребят, с вами Виталь Зеленый, и мы сегодня собрались на рыбалку. Давайте, приехал друг, дядя Игорь, сейчас познакомлю. Валик организовал рыбалку с Никитосом, вот, сейчас собираемся, ждем машину. Дядя Игорь, здрасте. Привет. Знакомьтесь со зрителем. Дядя Игорь давно хочет на рыбалку, никак не попадаем. Вот, приехал в гости, Валик организовывает рыбалку, да, Валик? Валик устроился на работу, заработал денег. Да. Сазаны, покажи, какие клюют. Да покажи лучше глаза. Дядя Игоря ростом. Настолько... Дядя Игоря ростом. Вот. Берем... Квас берем. Да. Квас берем. Короче, вот взял Валик у Аниных родителей палатку. Такую вот большую. Вот такую вот небольшую. Это Никитоса. Я взял удочку. Там кормак есть. Там Валик взял шашлычок. Не нашел нигде кашу, только вот такое. Короче, какая-то прикормка такая. Спасибо. Интересная. Остальные удочки у Вани с Андрюшей в селе. Валик говорит, арендуем. Дядя Игорь говорит, спать не будет в палатке, будет всю ночь рыбачить, всю ночь напролет. Вот такой вот серьезный рыбак у нас, дядя Игорь. Братва, есть новости. Играете, не играете, неважно. Сейчас слушай внимательно. У Мосбет сейчас действительно крутые и горячие условия. Главное, у них международная лицензия. Если коротко, вот что предлагают парни. Бонус на первое пополнение $250 по промокоду, который вы видите на экране. Для подписчиков моего канала. Бонус на каждый депозит вплоть до 350% и 445 вращений. У них уникальные слоты, а также кэшбэк ежедневно до 10%. А также проверенные ставки на спорт. Заходите и пробуйте. Пополнять можно картой, криптой. В общем, как вам удобно. Вывод средств моментальный. Выводите деньги сразу, как выиграли. Кстати, контакт с менеджерами у меня прямой. У ребят отличный закрытый телеграм-канал, где ежедневно происходит розыгрыш денег. Подписывайся и получай подарки каждый день. Так что, ребята, срочно переходите по ссылке и регистрируйтесь. Ссылка в закрепленном комментарии. А главное, не забывайте про мой промокод, который вы видите на экране, и гребите ништяки вместе с нами. Вот, сейчас жара как раз спала. У нас уже 6 часов вечера. Смотрите, здесь у нас, ну, подушки, одеяло. Вот сейчас ждем Никитоса и вылетаем. Так что, такие вот пироги. Фу, наконец-то жара спала. Я только что голову помочил холодненькой водичкой. Ужасно жарко. 3 дня было передышки, прошел дождь. И немножко было легче. Сейчас опять жарище. Ну, сейчас уже спадает потихоньку. Я надеюсь, рыба уже не болеет и будет клевать. Так что перед началом видео поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан, и жмите колокольчик. Сейчас приедем, разложим палаточки, порыбачим на кормаковые удочки и кайфанем. Вот, я надеюсь. И вы вместе с нами. Так что, да, не забывайте подписываться. Что, Валик? Валик сегодня колотится с 11 утра. Дядя Игорь, скажите, сегодня... С 8. С 8? Вы не собранные все. И спать надо. Вы чтобы вы понимали, я спал, у меня сегодня было 20 пропущенных от Валика. Маловато было. Мало мяса, а что мы все, что будем есть? Возьмем 4 хара. Так это вот мало, а на 400 грин вышло. Так мог бы куриное взять. Мы договаривали, что мы заедем в Кубу. Ну, куриное можно взять. Я взял куриное. На 400 гривен куриного вот этот взял? Я взял 4 куска куриного и 8 свиного. На 4 головы? По одному крячине, по 2 свинятины. А сколько вы едите? По штуке. Сколько вы едите? Ну, еще по 2. Так а мы завтра... Сейчас возьмем пиццу. Мы завтра до 12 офигеем. Да, можно пиццу Флорентино взять. Флорентино, да? Да, Флорентино, хорошо. Флорентино? В форе. Дядя... Я Денису отдал. Фору называют Флорентино. Не, это пицца называется. А, да? Пицца Флорентино. А, это значит я дурачок. Ты путаешь. Нет, он только что придумал название. Флорентино. Чего ты? Флорентино? Флорентино. Нема такой. Да сейчас поедем нема. Вон, вон, коробка. Дядя Игорь Валика называет, кстати, профессор. Валик все время спорит по... История с дядей Игорем. И тут название. Что сейчас название она будет? Пицца 4 сыра. И кафе. А, он. А, это
Я 4 сыра я раньше брал. Вон на костер день я положил. Вот у дяди Игоря с Валиком всегда вот такие отношения. Они вечно спорят. Вот один день я положил. Я... Франческо. Франческо. Ну ничего, немножко. Кафе. Так что, классная движуха. Летим. Да, в дуклярную эту сторону. Помню на кафе. Франческо. Все, вылетаем. Сейчас надо разложить палаточки. Разложить удочки. Ой, спасибо, бабушка. Давай, все. Давай, готов сковородку. Кучу сковородок. Никитос подъехал с другом. Никита, всем привет. Всем привет, друзья, подписчики мои. Помогай. Поморгать? Рыбаки. Удачники, надеюсь. Ого, ты набрал. Ты собираешься рыбу ловить? Ну да. Да тут на сама чисто. Загружайтесь. Ну, якщо ухи не буде, то я тоді не знаю, це не рибалка. Ого, то що за піло було. А то тобі. Все, летим-летим. Головне, жара спала. Сьогодні спати не холодно буде? Очень холодно. Прохладно? 15 градусів? По-моєму, так. 15 градусов, прикиньте. Ну, Валик там взял одеяло, подушки, ну, видели кучу. Надеюсь, что-то поймаем. И завтра понямкаем рыбки. Становились возле магаза. Никита Босс говорит, купите прыжочки. А то... Не туда зашли. Вот сюда. Ага. Валик, покупай пирожочков, потому что будем голодные. И водички. А можно пирожочек? Что? Что? О. Только беляши. Ну, согласен. Это ж... А, и пицца у них ковзи. Что думаете? Сколько рыбы будет сегодня, Валик? 7 штук точно. Сазанов? Да. И мы будем питаться ними? Будем уху варить. Никита, сколько рыбы сегодня будет? Не знаю, тонны две. Тонны две? Ого, то что, мне потом спринтером брать? Ну да. Да, придется готовить, а что делать? Таранку, икру, красную, черную, коптить, уха, жареная, копченая. Никит, осилим? Да. Все, летим. Все, подлетаем. Тут указатель у нас, лесок, а дорога, кстати, гляя-ка, лесная и ровная. Валентин, делал бы тут пробежки по утрам? Как минимум. Как максимум. Тупо бегал бы и был бы спортсменом. Что ты в шторах? Сними шторы. Каждое утро 10 км, да? 10 км? На гвардию. Для бешеной собаки это не км. Для молодого 18-летнего парубка это таке. Никита, 10 км дал бы? Да. Делал бы, да? Ну, спокойно. Камрад же тоже бегает. Ну, конечно. Мы все бегаем. Да. Мы бежим, и все бегут. Так что подлетаем. Что ты смеешься? Камрад говорит, же тоже бегает. Ну так, с металлоискателем. Передай Лёше привет. Привет, дядя Лёша. Кстати, приезжаем на следующей неделе к вам. В гости? Да. Кто, камрад? Нет, мы едем к нему. А. Все, сейчас вся рыба наша, чтобы вы понимали. Сейчас хана. Валик очень сильно настроен максимально. На вылов все рыбы. Три дня настраиваем. Три дня настраивался, готовился. Мозги нам компенсировал. Сейчас едет довольный. 10 раз уже эта поездка была на грани отмены. Но все-таки мы смогли. Ну мы смогли. Ты смог перебороть. Уже подъезжаем. Красота. Сейчас будет рыбалка. И комары, достойная. И комары. И да? Комары. Я взял вообще-то средство. Да оно помогает на...
15 минут. Йо, уже машины нас встречают, забито, и места нема. Опа, наша любимая база. Джикс. Все, прилетели мы до наших друзей. Катушка выпала. Никитос, сейчас располагаемся. Все вытягиваем. Идем в красоту. Валик меня нагрузил. Вот таким образом. Говорит, у тебя позвонок неси мягкое. Солнышко еще, в принципе, высоко. 7 вечера. Смотрите, какая красота. Клев, классный. Нам сказали. Идем кайфовать. Сейчас разлаживаем палаточки. Там чуть позже пожарим шашлычок. Да ты шо? Класс. Ну все, нашли мы место. Никита уже вот обшикуется. Комары от комаров. Тогда уже грызут. Все, давай. Ты тоже хочешь? Я взял спирали тоже. Сейчас надо все разжечь. Гляньте, сколько Валик спирали набрал. Вот здесь разложимся. Все будем закидывать. Сейчас Светок вырубаем рогачи. Рыбка он гуляет, как видите. Вот. Рогачи не брали. Ну а что, ничего, разложим. И нормально. Валик сейчас ходит за мангалом. За углем. Присутствует. Как минимум. Пожарим. Два нарыва шашлыка. Сразу кемпинг-парк. Ага. Окей. Давай. Ты разлаживай палатку. Не, удочку. А, ну ты удочки разлаживай. Спасибо, привет, дядя Саша, спасибо за палатку. Дядя Саша, привет, спасибо за палатку. Время. Да, благодари. Тетя Аня. Поклонись. На колени. На колени стань. Валик, смотри, максимально аккуратно. Я знаю, мне сказали, я 5000 буду платить, если порву. Палатка с детства живет. С Аниного детства. Что, удочка выдержит? Рыбак он идет. Рыбаки присутствуют. А ты не рыбак? Я. Це поплавочно? Ну да. Ну покажи. Та ну це точно сломається, да? Никитос. Нормально. Валик давно мечтал о кемпинге. Не так много. Добрый вечер. Добрый. Есть щось? Поймали щось? Та я тепер у душі, думаю, поймали. Нічого не поймали? Да я не ловив ще нічого. А, ви тільки йдете на рибалочку? Я йду на роботу. А. Хороша робота. Ну, іди, шукай пірати. Тоже хочу таку роботу. Іди в роботу? Так. Хочеться, ми теж на роботі? Ну, да. Ну, ти точно на роботі, ти ж блогер. Блогер. Ти сумієш сложити палатку? Там же крест-накрест надо. Фух, до сих пор, чтобы вы понимали, душно. Вот такой у нас лагерь. Никита уже вон. Вот это же так же самое. Насаживает. Пори забыл. Насаживаешь? Насаживаю. Пицца это прикормка? Для нас. Да. Ням-ням. Валик слаживает палатку. Выломал я уже первый рогач. Дядя Игорь, ось. Та що рогач, кашу замісить відро. Та ось зараз Нікіта може в пакеті якомусь. Нікіт, замісив в пакеті этот, кашу. Надо намутити щось. Да, я от рогач вже виламав під кормаковою. Щоб це саме. І нужно на розстоянні, дядя Игорь. Потому що у нас в тот раз, короче, коли ми їздили з Ваней, з Денисом, з Андрюшей, да, у нас позапутували сазани з локтя где-то. Позапутували леску. Где-то метра по три делать расстояние. Там Никитос уже закинул поплавковую. Валик тут порается с палаткой. Никак не соберет чехлы. Вот. Поплавковая уже закинута. На суете, на движухе. Сколько у нас, Никита, сколько у тебя еще кормаковых? Три. Три кормаковых. Угу. Еще, короче, три этих, да? Три удочки. Нет, три рогача. Один у меня рогач. Есть, да? Ну, да. Короче, еще два выламываю. Да. Все, Валик, тут наше жилье расстилает. Дядя Игорь уже пошел закидывать. Сейчас кашу ждет. Удочку. Класс. Жара спадает. А я сейчас бы такой окунулся.
Я так тренируюсь, я вже забув, як їх кидати. Ну, це ось, да, задержуєте. Ви чуть-чуть подмотаєте наполовину. Ага, а то ви это, запутаєтесь. Да, отак. О, о! Чітко. Тепер зажимаємо пальцем. Та я пам'ятаю. 12 років не ловлю. Ого! 12 років. Дядя Ігор, 12 років вже на рибалці не був. Так вам сьогодні потрібно першим. Та! Нормально. Чітко. З кашею ще далі полетить. Так що чітко. Зараз підготовка йде, движуха. Що готовка, так що. На суеті бігаємо. Надіюсь, рибка буде. Никита, ты что, нифига себе, разные движухи. Валик, никак не до Петра, как собрать палатку? Тут, по идее, три вот этих палки все они вставляются. Так ты разберись уже. Вот сюда. Ну-ка да. Или нет. У меня маленькая палатка, ну, я в Никитиной буду спать в одинокого в маленькой палатке. Мне там за 3 секунды собрать ее, в принципе. Дед Игорь уже закинул, закидывает удочку, сейчас. Ага, вижу. Тут, короче, Валик взял какие-то эти, какой-то пластилин, смотрите, такой. Фу. Какой запах такой цикавый у него. Вы туда его на это, натолкали, да? А этот, вы только кукурузу, опарыша не цепляли? А де? У вас на голові куча комаров. Комари закусують ужасно. Так що, що? Надіємося сьогодні. Нікітос, походу там клюнуло у тебе. Він полулежачий. Як у тебе. Як завжди. Пацани тут теж келішують, собирають все. Валік, він изучає вже систему палатки. Дядя Ігор закинув удочку. Короче, келіш. Один я тут с камерой бегаю, всем мешаю. У часы у тебя прикольные. Сколько, миллион, да? Два. Что? Нишпорка, хорош снимать. Будет сегодня рыба? Будет, тонна. Капец, ты уже выше меня, гляньте. Я ему уже в этот, дышу, шею дышу. Что ты так вымахала? А вымахала! Растишку им. Что ты возбуждаешься? Комары чухают. Ага. В смысле? Валик, повторяю. Профессор не соберет палатку. Моисеевичу позвоню. И Сократычу. Сократ Моисеевич, да? Михаил Сократыч. А, Михаил Сократыч, точно. Валика классный руководитель. Накажут тебя, что ты палатку собрать не можешь. Профессора палатку собрать не может. Да. Да надо поклевку не прокакать. А там же палатку. Палатка высохла. Ну, уже спать пора, ты палатку собрать не можешь. А ну. Что а ну? Возьмите всю палку. Как ты ж меня савиньоны наливаешь, блин. Налить вам савиньоны? Не надо, а вот, бля, чего она... Чего она выпадает? А что ты не закрепил? Нет, закрепите. Никита, а ты когда удочку закинешь? Не знаю, как выйдет. А? Как получится. Снастей куча, а рыбак никакой. Угу. Ужас, а вы еще говорите, что я рыбак-неудачник. У нас в угол уже она, тут рыба не будет. Да не, сейчас поеда клёв. Там хоть скидалось. Да тут только что, кстати, тоже такое. Такое, блин, огромное, массивное. Ужас. Ужас. Никита, по-моему, клюет. По-моему, это жуки плавают возле потока. Подсекай! Подсекай! Ну, тут, короче, у нас... Творческий бардак, рыбацкий такой. Никита уже готов закидывать. Ты одну на кукурузу, одну на... Да, что да, ты там, червяка брал? Опарыша. Опарыша? Да. Опарыша? Угу. Две движухи у нас горят.
Варик до сих пор уже разлаживает палатки. Сказал, что все понял. Ну, что-то уже вырисовывается, в принципе. Вот и пазы есть. Да нифига себе, тут четверым можно спать. Все, палатки разложены. Я свою вот за 3 минуты разложил. Валик там уже постелил. Что-то он, мне кажется, разложил по-странному. Вообще. Беса гонит. Закрепить надо было. Ну, чудо малое. У меня нормально. Савиньо выпил. А что это савиньо, дядя Игорь? Это винцо. Дядя Игорь, это только что поклевка, кстати, была. Дядя Игорь, кажется, дернула и что-то замерло. Ну, может, он там это, подплыл, пукнул. Хорошо, да, взял? Я еще и просил, думаю, бля, и перестал. Да сейчас уже вот жара. Батя говорит, что она червя тут только клюет. Вот жара спала, сейчас Валик спасет червя, сейчас за углем пошел, за мангалом, и может на червя нацепим, то будет рыба. Да опарыш есть. Он на тачке. Дело в том, что есть опарыш у Никиты. Да, Руслан говорил, на опарыш ничего не спрашивал, говорю, там такое. Только на червя? Да, ну я думаю, на опарыша тоже, но оно же тоже шевелится. Ну... Тут рыба дебелая, то я же говорю, что должно взять точно что-то у нас сегодня. Никита уже, что профессионал, о, у нас лагерь. Никита, а что ты бардак, может, чуть-чуть соберешь? Сейчас уберу. Сейчас, уже кидаю и брать. Намешал? Да. Ух, убийца карася. Угу. Роллс-Роллс. Куча движух, говорят, от комаров. Вот. И вот. Только что на эту удочку типала. Раз так, чуф, я сижу в телефоне и слышу дзынь. Чуть-чуть так. Чуть-чуть. И натянулась так неплохо леска. Сейчас вот жду. Уже второй раз так. А пацаны пошли до... друга нашего спросить этот, ну там на спиннинг позакидывать, он там тоже скинулся, капец. Да поплавок же вообще нули, а тут тепло. Да что за дела, я не успеваю, да что за дела, я не успеваю вам подснять у дяди Игоря и у меня вот так. И все. Я жду, чтобы потянуть уже на реакции. Просто сижу, жду. И больше все. Где вы были? Весь клев просрали. Отец, накопали червей, и потом я... Червей накопали, да. Червяки, реально. Никитос, закинь на вот эти, понял? На поплавковые. Угу. Потому что на них вообще только что сплюхнулся, надержи. Вот тут прям, вот тут, чтобы ты понимал. Дядя Игорь говорит, а мы далеко пуляем. И на твоей удочке уже, я не знаю сколько раз, ну 3 раза точно клевало, у дяди Игоря 2. Ай! Дядя Игорь, у вас тут Валик хочет интервью взять. Что рыба? Скажите, что рыба, да нормально. Я так, так и не выговорю. Вы что, не смотрели этих? Кого? Кого я должен смотреть? Оптимус Генга. Да я такую хуйню на тебе. Никита, надо больше удочек. Я тебе говорю, несерьезно. Клевало, смотри, натяжка. Видишь, натяжка? Клевало, я тебе серьезно говорю. Что мне сделать, сальто? Видел натяжку? Сальто, сделай сальто. Воду, сделай. Воду только. Никита уже закидывает удочку. Есть мангал. Присутствует Никитос. Это рыбак со стажем. Что за бархатные кроссовки? Да не знаю, тяги какие-то красные. Вот, это смотри, рыбацкие. Смотри. Слушай, глянь. Ты высоты. Наступай. Ну ложи тоже туда. Вот то ложи. Комары закусывают, ребята. Дурня полная, Валик.
Де запальничка? Не знаю. Надо подождать ровно 21 секунду, щоб воно пропиталось. Хорошо. Хоть 21. Это не бензин, оно постепенно будет. Ну ты сыж. Дай папе валику. Ему 18. Сейчас все будет. Тендитне. Немовля тендитне. І що? О! Вогонь! Давай, подсікай! 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 Это уже поклевка нормальная была. А ну держи. Сейчас будет еще. Что, это видео? Нет. А? Сейчас, пусть распробуй. Да он уже распробует. Сейчас. Снимает. Да снимаю я. Это не снимаю. Он сейчас уже пробует. Вот надо, чтобы взялся. Возьми, пожалуйста. У дяди Игоря. Что это такое? Ух ты, нихрена себе. Он натянный, гля, он падает, тянет его. Дяди Игоря, тяните. Сколько времени? Тихо. Полдесятого. Подсак. Подсак. Сейчас будет тут этот. Дяди, давайте. А я что делаю? Тебя? Возбуждает? Возбуждает? Да ебать, о, ну все. Что тянуть оборвал, блядь? Такие скобы. Вот то да. Ах, и что, оборвал все? Все залез. Та вообще воздушно. Просто сейчас сниму. Ужас. Чисто возбудил нас и все. Ага, бля. Та ну, леска маловато. Да, тоненько. Дуже тоненько. Ого. Нифига себе. И у нас поклевка сразу была, и у вас. И вся рыбалка, бля. А, Никит, нема у тебя еще этой? Запасной. Удашь, пожалуйста, дяде Игорю? Да. Дядя Игорь, есть рыбалка? Не дам. Дядя Игорь, есть. Ладно, еще не пойму. А тут уже распалилось. Сейчас шашлычок будет. О, опять тянет. А у нас что? Никит, что у нас? У нас? У нас в квартире газ. А у вас? А ну, держите. Все, смотрите, оторвал. Только крючки, ну... Никита дает новую. Крючки, это сейчас разберусь. Скажи, дядя Игорь, только возбудил, падла. Ага. Ну да, здоровый. Да, сука. Ну здоровый был. У нас тоже дзёбая никак. Ничего, возьмем мы что-то сегодня. Ну, а ментально, ну. Успец, блядь. А что ж вы думали? А, всё, что, есть? Нет. Опять поклевка. Тока Никита перекинул. Тока перекинул. Минуты две прошло, не успел вторую насадить. А. Давай. Может его подсекнуть, он уже достал нас. Да нет, подожди. Уже подсекнул. Вот у тебе нужно сказать. Меня подожди. Так учили. Давай! Порвал. Порвал. Ну ты сильно резко. Да не, нормально просто это. Ты видел какой-то? Наверное, там, очень тяжелый. Там лобяра. Очень тяжелая была. Что, переделывай. Переделывай сразу две удочки, дяде Игорю и себе. Вот так, может, вытянем. Это можно посмотреть, когда я полночи ебаться. Прикольно, понятно. Так лучше в леску отрезать. Почувствовать рыбу, как она сопротивляется. Маугли, ты думаешь шашлык жарить? Да там угли. Плюс 200... Ты на поздовар туда мешок, блядь. Там плюс 311 градусов сейчас. А ты мне сколько надо? 260. Ну что, пошел шашлык, Атлантина. А что тут? Три коллеги, три чумы. Филе. О. На что ты филе взял?
чтобы жизнь малиной казалась. Правда. Не побрился. 1400 гривен. За какой хуй. Слідкуйте. 2.12 часу. Та хто слідкує? Зараз наслідкую. М'яско поджарилось. Никитос от дрова наколол ногами. Палим костерчик. Чунадос? Санчизис? Який, блядь, вилишит. Так, дядя Игорь, влаживай шашлык. Профессор, а ну иди сюда, блядь. Ого, муравьев. Бабочка. Что? Там оно невкусно. Что, блядь? Во! Зелень. Это тема, кстати. Зелень вкусная. Дядя Игорь, покажи, как есть. Такого есть. Повар, блядь, нихера не взял. Ни вилок, ни ложек. Готовая? Нормально. Вот тема. Да не, классно сидим, блядь. Костерчик. Тепленько. Ух ты. Ты шо, у нас поклевка. Ну шо? Не. Нема? Есть. Тяни потихоньку. Нема? Нет. Да что такое? Что ты будешь делать? Ты глянь. Или есть? А? Там клюет. Там клюет. А ну, что это? Запутал? Ты пробуй тут уже. Не-не-не. Да, господи, гляньте, что происходит. Да-да-да. Да. Да, он по леске видно. Да, просто нитку, блин, он ослабливает. Давай, давай, давай! Есть! 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 Стой! Стой! Есть! Есть! Сейчас, сейчас. Он пока есть там? Есть! Есть! Нет, нет. Есть! Нет, это... А, есть, ну блин, это вообще сом, и я запутал об другую. О, а то казал, чтоб я еще посередине, если б я еще запутал. А, это сомик перепутал удочки нам. Я ж тебе говорил, Никита, блин, не путай это удочки. Легко, вон, смотрите, блин, какой сом маленький. На ладоньку, вот смотрите. Поцелуй его. Все. Короче, ребята, поймали уже третий сом. Вот такие маленькие все. Короче, конечно, отпускаем. Поплыл. Вот. Третий сом, это на удочку уже, на червя. А два было на кукурузу. Короче. Дядя Игорь. Что-то ловит. Дядя Ваня. И дядя Никита. Мучайте, мучайте. Затяните прицел. Приходите, сон. Воздух удар. Если посмотрю, посмотрю. Давайте, давайте, заводите. За это что, за жабру? Есть.
Это мальчик хороший. За руку. Вот это говно. Вот это рыбалка. Тут и на жареху, и на уху хватит. Сколько так? Килл полтора. Ну берите свой лов в руки. А ты отцепил? Да. А, в бачу. На что это у вас? Где? Черви и... Ну вот эта кормушка выдержит, знаешь, говорю. Выдерживает удочку. А ну. Черви были и на колесе. Из-за жабры и из-за это? Да, он конкретно отцепился. Ну, полазить его, наверное. Груз. Бросай. На. Лази. Ты что там, фотографируешь? Ну, видео снимаю. Ну что, доброе утро. Проснулся. 12 часов дня. Не выспался ужасно. Дядя Игорь вчера на 1,5 килограмма взял, но отпустил. Вчера, сегодня. А сегодня уже? Никита, как ты только что делал, покажи. Ну, как я тебе покажу, если я уже отсоединил? Ты отсоединил? Брал только что отсоединил. Да, давай палатку собрать. Ты ответственный. Дядя Игорь, ты что, на 1,5 взял и, да? Да вон там в сетке. А, в сетке? Туалик снимал, говорит, ночью. Я спал. И что-то на природе так храпанадал. Опа-на! О! Тю! Лё! Да тут два все. Хороший короб. Бабуля спросила, я не понимаю. Ну хороший карпик. Непоганый. Та який непоганий, хороший. Я би так сказав. Та ну 5, дядя Ігор, вчора 5 пообривали нам. Один оборвал, второй оборвал. Що ти грає, що врем'я. Та хай привикає к температурі сонця. Ні, вчора нам пообривали такі кілограм по 5, мабуть. Якщо хватить. Тільки просувся, 12 часов. Уже дышать в палатке нечем было. Собираемся потихоньку. Да, Никитка? Все, приехали домой. Вот, держи, дядя Игорь. Поймал. Карпа готов. На потельне. Сколько? Да до двух, да? Да до двух точно. Двушка. Хорошая. Двушка есть. Двушка. Да ты знаешь, сколько ушло? Два штуки. Оторвало. Валик уже купаться пошел. Не, хороший, глянь. На весь садок. А свет есть? Свет присутствует. Сразу набрать надо. Я тебе говорю, целый взял и хорошего. Вообще, сейчас Валик. Что кинуть хай. Поживи. Да там с собаками, с блохами, блядь. Да я сейчас вылью новую наберу. После нового туда. Это еще главное, что с волосну, Руслан, было бы заедно. Вон, говорит, я трубку упала, блядь. А щетка возьмёт, Руслан. Она лучше будет. О, папа нас встретил, говорит, давай. Буду сейчас карпа, говорит, готовить. Валик уже купается там в душке. Удовольствие. Удовольствие. Удовольствие получаешь, когда чаще клюет, блядь. А то сразу приехали туди-сюди, бум, блядь, оборвало. Яке удовольствие. Не, ну то что крупняк. Крупняк. Сразу оборвал. Ой, а то ж херово, когда первая рыба вытянула. Если б да. Ну обрывай, дядя. А когда ты первую вытянул, уже о, с таким азартом уже. Ну это наша вина, то что мы снасть не подготовили. А так бы мы крупняк по факту взяли. Не, ну мы собрались вообще там покупать снасть, брать. Ну це ж Валик наговнив. Це ти його привіз у цю удочку. Ти ж привіз. Це моя, да. Там снасть для карася. Почти на ванну, див. Ого. Ніфіговий. Льо. Клос.
Он так еще больше выглядит. Тут водичка холодная, ему очень хорошо будет. А? Фрикционом попустил, то что гулять, блядь. Потом подкрутил и погнал. Ну кайф поймали. Да ну я. Нормально. Да ну такого вытянуть це кайф. Интересно, да. Це да понятно. То, що такий. Да. Так что, ребята, мы кайфанули. Да там еще крупнее есть, у нас пообрывалы там. Такие крупняки, пап. Да не только. И все, лески нема. Даже это. Оця веревка. Надо было подготовиться к леску. Хорош. Ну то ж, то ж. Трошки он змучился. Там уже отойдет. Да отойдет, он уже на сетке, на костре. Или в ухе. Все, ребят, спасибо за просмотр. Будем заканчивать видео. Мы уставшие, сонные. Давайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Дядя Игорь. До свидания. Всем пока-пока.